половина седьмого. Пол седьмого? Да. Прям сильный сразу пожар или как все начиналось? Вот, я говорю, вышла в угол сюда, свой сарай. Тишина, покой, все. Только поднялась сюда и сразу в окно посмотрел почему-то. И сразу тут такой дым, и потом план. И все, и вот не кончается. А спасатели скоро приехали? Долго. В конце концов, у них не было, видимо, этой рукавов, как они, знаешь, шланги. Или напор был плохой. Начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Саратовской области, полковник Фролов Дмитрий Михайлович. Как обстоит ситуация вообще и причина пожара? Причина пожара пока неизвестна. Значит, это будет известно после того, как свою работу проведет наша лаборатория пожарная. Значит, на данном этапе на месте пожара работает 20 единиц основной техники, 6 единиц специальной техники. Значит, собраны все подъемные механизмы города Саратова. Все подъемные механизмы работают, значит, по кровле данного здания, так как первоначальное загорание произошло именно на кровле. По подъезду первых пожарных подразделений был виден черный густой дым с кровли, и, значит, вырывались языки пламени. Пожарные подразделения начали сразу проводить эвакуацию, значит, из здания, потому что в это время происходило представление. Значит, из здания было эвакуировано 500 человек зрителей и ориентировочно 30 человек, значит, обслуживающий персонал и артисты данного театра. Пострадавших нет. Значит, одновременно проводил защиту путей эвакуации с помощью водяных стволов. Ну и, соответственно, проверка помещения на наличие оставшихся людей. То есть после того, как проверили, значит, начали выдвигать подъемные механизмы и проводить уже работу по тушению. Сейчас как стоит ситуация вообще? Ну, сейчас, значит, на месте пожара сосредоточено необходимое количество сил и средств. Значит, работают водяные стволы по кровле внутри здания, то есть полностью по всему периметру здания с наружной стороны, с внутренней стороны работают водяные стволы. Локализация пожара есть.